Я купил клей силиконовый для пистолета. Торговая марка Belt почему-то. Куплено в Авроре. Стоит 15 гривен. Упаковка 12 штук. Материал этилен винилацетат. Предназначен для склеивания разных типов материалов между собой. Ну что, сделано в Китае, я так понимаю, для Аврора. Вставляется в разогревательный пистолетик такой и клеится. 15 гривен, это где-то около 40 центов. Ну что, будем клеить.